Суффикс «ment». Да, действительно, с вами поговорим про такой замечательный суффикс в английском языке, как «ment». Ну, все мы знаем такие известные слова, например, как «management», да, в принципе, переводится так же, как и на русском, да, «management» — это, ну, мы говорим «management», на английском «management», да, очень похожее звучание, это суффикс существительного, управление, да, другими словами. Значит, смотрите, «ment» — это суффикс существительных, и разберем некоторые с вами типичные или общеупотребляемые существительные с этим суффиксом. Итак, «achievement» — достижение. Achieve, достигать, например, it's my achievement, это мое достижение. Дальше, advertisement, рекламное объявление, да, все мы знаем, например, advertise, рекламировать, или advertising, это реклама, например, I saw this advertisement yesterday, я увидел это рекламное объявление вчера. Дальше, arrangement, распоряжение, it's his arrangement, это его распоряжение. Department, отдел. How many departments does your company have? Как много отделов у твоей компании? Значит, part – это часть, да? Development – развитие. Develop – это развивать. So, it needs development. Этому нужно развитие. Далее, смотрите, employment – занятость. Ну, все мы знаем, employ – нанимать. Например, they employed her, они наняли ее. Employee – это работник, employer – это работодатель. Encouragement – ободрение. Very good encouragement – очень хорошее ободрение. Enjoyment – наслаждение. Все мы знаем такой замечательный глагол, как enjoy. Например, I enjoy sport – я обожаю спорт. I enjoy football – я обожаю футбол. I enjoy dancing – я обожаю танцевать. Но enjoyment – это наслаждение. Management – мы сказали. Management – we know this word, мы знаем это слово. Payment – это оплата. So, we saw their payment. Мы видели их оплату. Да, pay – это платить. И punishment – это наказание. So, of course, it's a bad thing. Это плохая вещь. Punish – наказывать. И давайте также посмотрим еще с вами некоторые примеры в контексте. Дополнительные примеры. Итак, what is management? Что такое менеджмент? It's a great achievement. Это ее огромное достижение. Thanks for your encouragement. Спасибо за твое одобрение. Ободрение, одобрение, то есть когда ободряем мы. And of course, thanks everybody. Спасибо вам for your encouragement too. За ваше также ободрение. Okay, bye.